вечер. Здравствуйте. Это хорошо. Сколько у нас? Очень здорово. Большое спасибо, что сегодня, несмотря на, ну, будем называть эту погоду хорошей, что ж теперь, мы сегодня здесь, в этом замечательном месте, в клубе Алексея Козлова. Сегодня будет веселая, задорная юмористическая программа. По возможности мы сегодня будем играть очень громко, с душой. Очень громко, но зато с душой. Да, первую композицию, которую нам хотелось бы исполнить, мы исполним. Называется она «Witch Hunt», ее автор великолепный, потрясающий джазовый саксофонист и для меня, в первую очередь, композитор, Уолин Шортер, ныне здравствующий, дай бог ему здоровья. И что там еще, детишек побольше, как говорится, не знаю. Но. Итак, «Witch Hunt». Thank you.
Thank you.
Огромное спасибо. По-моему, здорово. Следующая композиция будет авторская. Я что-то хотел сказать, забыл. Ну, в общем-то, не важно. Сыграем, она станет более понятной. Композиция называется «Keep Moving». В ней я бы хотел продемонстрировать вступление, пока ребята готовятся. Небольшие, но не маленькие возможности этого инструмента. Вообще, в принципе, то, что я сейчас буду делать, это уже не секрет для духовиков, да, и вообще не секрет, никогда я не был. Этот прием еще, если я не ошибаюсь, в сонатах Глиера для валторны, ну, может быть, и Глиера, хотя, по-моему, именно он написал в нотах этот прием, что обязывало валторнистов. У них и так как бы не все хорошо, но еще и уделять особое внимание этому приему. Итак, композиция «Keep Moving». Thank you.
Продолжаем двигаться. Для следующей песни я хотел бы пригласить на сцену человека, который станет украшением нашего грубого и неотесанного мужского коллектива, потрясающую певицу Катерину Браун. Солнухи. Да, Little Sunflower звучит как-то убедительно, по-моему. Написал ее выдающийся трубач. Ну, на мой взгляд, один из... Ну, они все одни из, но мне больше всех нравится, в общем-то. Это Фредди Хаббард. Мы ее сыграем так, как мы ее хотим. Потому что... Ну, что нам мешает, и возьмем это у нас остановит. Итак, Little Sunflower. Thank you.
Thank you.
Спасибо, что вы сегодня здесь. Следующую композицию, которую мы бы хотели исполнить, объявит Катя. Obsession? Ты, как всегда, лаконична. Это замечательная песня, она была написана Дори Каими и будет сыграна нами сейчас здесь для вас. Obsession. Thank you.
В любом случае, конечно. Катя, Екатерина Браво, пожалуйста. Спасибо. Сергей Анатольевич. Катя звучит. Ребята. Мы хотели бы сыграть для вас очень хорошую, очень приятную балладу, которую написал потрясающий трубач и бэт-лидер, аранжировщик Тед Джонс. Как только Катя попьет, мы обязательно для вас ее сыграем. Ну а что, она не человек, что ли, конечно. Итак. Это замечательная песня, называется она «Child is Born». Thank you.
Но сейчас она пусть отдохнет. Ну, тоже, как я уже говорил, он уже живой человек. Мы сыграем для вас композицию не менее красивую, конечно. Называется она Speak No Evil, ее автор также Уэйн Шортер. Кто знает слова, ну, хотите, подпевайте, да. Мы настаиваем. Thank you.
Спасибо. Следующая композиция будет авторская. Она называется T-Bone Sound. Thank you.
Потрясающую, великолепную Екатерину Браун. Мы споем то, что скажет Катя. Мы споем. Замечательная песня, которая называется «San Francisco River». Вы знаете, я очень долго думала, что эта река, она находится в Сан-Франциско. Но я была удивлена, что в Сан-Франциско нету реки Сан-Франциско, но зато есть Russian River. Ну, не в самом Сан-Франциско, очень далеко, но нет, в общем, вот так вот. А река Сан-Франциско впадает в Иртыль, да, все. Ну, в принципе, где-то там. В общем, эта песня была написана Флорой Пурим, это замечательная исполнительница, певица из Бразилии. Оказывается, Сан-Франциско Ривер в Бразилии. Вот, где много диких обезьян. Да. Замечательная песня. И Флора, когда написала эту песню вместе с Айрто, она мечтала уехать в Америку через по реке Сан-Франциско, которая впадает в океан, оказаться в Америке. И вот все мечты ее сбылись. На самом деле, мечты сбываются, друзья. Верьте. А что, не спонсировали, да? Я бы очень хотел. Без всяких там «Газпромов». Господи, прости. Но мечты, правда, сбываются. Верьте, мечтайте, надейтесь, и все будет здорово. Спасибо. Сам вам заставлю. There is no love.
Композиции мы продолжим и одновременно с этим завершим наше выступление. Правильно? Да. Я думаю, это будет правильно. Так что, как говорится, уходить нужно, когда тебе еще рады. Композицию написал Хорас Сильвер, называется она «Дезжигай». Мы выяснили, что она посвящена морякам, солдатам и матросам. Всем, кто вот, отправляясь в дальнее плавание, службу, находится всем в этот момент в поиске чего хорошего. Женщин близких. Oh, nothing, 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 oh, nothing
Большое спасибо. Спасибо. Анатолий Кошелин, клавиши. Виктория Бабожий, гитара. Антон Бейденс, бас-гитара. Александр Подапов, барабаны. Катерина Браун. Сергей Дозенков. Большое спасибо. Приходите сюда каждый день. Можете здесь даже жить. Я думаю, она будет не против. Тем более, он за. Здесь каждый день выступают какие-то прекрасные артисты, великолепные музыки, новое место. Большое спасибо клубу Алексея Козлова. Арай, дорогой, теперь еще. Огромное спасибо нашим звукам. Огромное спасибо нашим звукорежиссерам, ребятам. Большое спасибо, у нас все. Спасибо. Спасибо огромное, друзья. Любите музыку, слушайте хорошую, качественную музыку. И будьте счастливы. Thank you.